Итак, я подхожу к стене, внимательно на нее смотрю, сосредотачиваюсь и удар. Ничего себе! Вот это я разнес кусок стены! Вот это мощь! Так, еще кусок стены, еще удар. Так, у меня появились какие-то новые перчатки. Давайте посмотрим. А, у меня есть перчатки, но X3 это, конечно же, лучше. Подходим, лупанули. И, ребята, мы сломали. Смотрите, я в планете выиграл целый кусок, выгрыз. Так, теперь нужно собрать денежки. Жалко, что я бегаю медленно. Собрать деньги, чтобы прокачать свои способности и своих питомцев. Вот смотрите, какие за мной бегают. 2 миллиона, 2 миллиона, 2 миллиона. И я могу сейчас сделать себе зеленый огонь. 10 тысяч всего стоит. Покупаю. Экипировать. Все, вокруг меня зеленый огонь. У меня увеличилась скорость и мощь. Ломаю. Ломаю, ломаю, ломаю. Ребятки, все ломаю. Смотрите, сколько денег я собираю. Тысячами, просто тысячами собираю деньги и кристаллы. Еще сломал. Как же это круто все-таки. И мне написали, теперь нужно потренировать удар. Давайте. Потренируем удар. И мне открывается пиратский пляж. Но сначала я хочу попробовать открыть рождественское яйцо. Стоит всего 1000. Давайте посмотрим, что мне выпадет в рождественском яйце. Итак, это злой эльф. Он достаточно редкий. Еще посмотрим. Снеговик. Еще раз злой эльф. Если мне выпадет 3 злых эльфа, я смогу их улучшить. Эпический Санта выпал. Ничего себе. Еще один эпический Санта. Ребят, теперь мне либо эпический Санта, либо злой эльф. И я смогу их апгрейдить. Ага, снеговик. Ну что ж, у меня теперь 2 эльфа, 2 снеговика и 2 Санты. Посмотрим, кто сейчас выпадет. И выпадает злой эльф. Надо посмотреть, какая же мощь у этих питомцев. Ну, кстати, не такая уж и большая. У Санты 120, у эльфа 100. Крафчу. И эльф становится 200. Это хуже, чем мой вот этот вот зеленый бык. А это что такое? 5 миллионов? Какое-то яйцо. 5 миллионов? Давайте посмотрим, что здесь. Открываем. Редкий снеговик. Зимняя тема. Давайте посмотрим, крутой он или нет. Что? У него 600? То есть, если я сделаю 3 снеговика, он будет высокой мощности? Какая-то лесная книга. Снеговик. Еще один снеговик. И давайте третьего снеговика. Есть 3 снеговика. Ребята, делаем апгрейд снеговикам. И крафт. Снеговик стал, внимание, 1200. 1200. То есть снеговик, он стал очень крутым, ребята. Он намного круче, чем мои предыдущие питомцы. Ну-ка, вломим. Ничего себе, я сразу полкарты выношу. Смотрите, сейчас я подойду к краю и специально ударю по стене. Смотрите, бамс, вообще выломал стену. Вообще выломал. Еще раз удар, бамс, и дыра в пространстве. Вот это папа дочи, конечно, лупасит. И у меня появился спин. Давайте-ка крутанем на удачу. Что же мне сейчас выпадет? И мне выпадает... 5 минут удачи. Ну, когда буду открывать следующих питомцев, обязательно активирую такую штучку. Подходим, и я за кристаллики могу делать улучшения. Увеличить инвентарь. Множитель монет. Можно улучшить. Есть. Теперь плюс 35% магнетизм. Ребят, мне больше всего нравится магнетизм, чтобы издалека притягивать. Но также и множитель монет сделаем. Бац, и еще раз. Все, плюс 45%. Денег будет идти больше. Ну, давайте посмотрим, какая у меня здесь мощь. Подхожу к стене и ломаю ее. Ничего себе, видали, как я сломал? Обалдеть. Огромное пространство. Сейчас попробуем сломать еще сильнее. Давайте подходим. Бамс. Еще идем, еще идем. Много-много монет идет. Бамс, все. И здесь я тоже полностью проломил карту. Давайте дойдем до самого угла мира. Вы думали, что мир круглый? Нет, мир квадратный. И мы сейчас найдем угол этого мира. Взламываю. Вот, смотрите, ребята, угол мира. Я его нашел. Вот он. Вот. А все остальное я попереломал. Смотрите, я даже в небо дырки понаделал.
Вот это у меня мощные удары, конечно. Просто дичайшая мощь. Огромнейшая мощь. Бам, сломал. Еще бам, сломал. Сейчас, как я накоплю 75 тысяч, у меня откроется новая, ребят, новая карта. Интересно, что там и насколько там твердые стены. Все, взламываю, взламываю, взламываю. Осталось чуть и будет 75 тысяч. Еще раз ломаю. Еще. Еще ломаю. И... О, да у меня уже 100 тысяч. Ё-моё, смотрите, кто тут в тени стоит. Освобожу человека. И знаете, что я увидел? Что здесь есть за 5 тысяч какие-то лимитированные яйца. А, я их уже открывал. Интересно, ладно. Сначала сходим в новую карту, может там еще какие-то лимитированные яйца есть. Пожалуйста, за 75 тысяч купили новую карту, ребята. Смотрите, новая карта. А здесь, кстати, те же самые яйца. Они на каждой карте. Понятно. Ну, давайте попробуем нанести удар. Бумс. Ой. Здесь, оказывается, нужна сила 150 миллионов. Придется мне немного прокачаться. Все, ребят, я качаюсь тут на груше. И раз уж у меня есть зельки, нужно их активировать. И у меня уже сила удара 2 миллиарда, ребята! 2 миллиарда сила удара! Это что же за дикая мощь у папа-дочки? Своими крабовыми перчатками я накачал себе 2 миллиарда. Уже 3 миллиарда! Ладно, давайте попробуем стену сломать. Реально, она выламывается только в путь. Супер, 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 супер. Еще раз, давайте дойдем до края мира. Смотрите, здесь лавовая какая-то карта. Все, я сломал и лавовую тоже, ребят. Все, я этот мир тоже сломал. Видели? Чуть-чуть покачался и сломал целый мир. Вот такие текстуры здесь. Да, до потолка ломаю. Отлично. И еще, сейчас до угла мира дошел. Все, этот мир тоже квадратный. Здесь самое грустное, это что нужно далеко бегать, чтобы собрать все эти кристаллики, которые я наломал. Что они сразу тебе вот прям не падают, прям сразу в инвентарь. И за миллион я могу открыть новую карту, представляете? Сейчас за миллион я открою новую карту, обалдеть. Так, чуть-чуть осталось. Миллион! Ребята, миллион! Идемте в новый мир! Миллион, миллион, миллион! Где он там, новый мир? Покупаю! Эй! Эй, новый мир! А, вот, все. Ребят, я купил новый мир, у меня осталось всего 10 тысяч. Но тут пишут, что сила удара у тебя должна быть 10 миллиардов. Получается, я тут не могу ничего разломать. Надо, получается, подкачаться. Ну что ж, наберем 10 миллиардов на ускоренном. Итак, сила 10 миллиардов. Надо тут заработать денег, чтобы получить новых питомчиков. О, какой-то сундук я новый получил, по-моему. По-моему, я получил новый сундук. Давайте посмотрим. Нет, обыкновенные сундуки. Поехали. Так, благодаря зельке мне выпала куча, просто куча вот этих вот эпических. Давайте-ка их крафтить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз скрафтил его. И у него по 1300, теперь я его тоже могу скрафтить. Раз. Все, у него уже максимальный уровень. Так, ну тогда... тогда что? Тогда вот этот еще скрафтим. Раз. И у него 1950. 1950 мощь. Давайте экипируем лучших. Ну все, я экипировал лучших, и у меня вот три носятся вот таких питомца. Какой-то сундук с деревом и снеговик. Ну, теперь нужно проверить силу удара. Вот здесь вот сейчас проверим. И, ну, ломает, конечно, хорошо, но я здесь не сильно прокачан. Поэтому мы сейчас отправимся в более другой мир. Посмотрим, как я здесь ломаю. Давайте подойдем к стене. И посмотрим мой удар в этом мире. Так, все готовы? Все? Смотрим. Бабах! Вот это, конечно, я вломил. Вот это мощь. Но это еще не все. Пойдемте в еще ниже мир. Еще более простой мир. И попробуем там сломать. Это эксперимент. Пиратский пляж. Это я там ломал, ломал, ломал. А здесь достаточно целое. Давайте подойдем сюда. Отодвинемся. И сломаем. Прикольно, конечно. Тут даже сундучок какой-то выпал. Неплохо, неплохо. И последний, самый простой мир.
вот здесь, вот с этой стороны я еще не ломал, давайте подойдем и сломаем. Удар! Так, ну радиус получается, мне кажется, одинаковый. Как бы я ни делал, радиус одинаковый, но здесь очень мало монет дают. Зато я тут могу сделать все апгрейды. А, здесь я уже все сделал, вот еще. Уровень удачи. Максимальный, все. Переходим на следующий уровень и там все прокачаем. Пиратский пляж. Идем к модификатору. Модернизируем деньги. И модернизируем магнетизм. Удачу яиц модернизируем. Денег немножко не хватило. Смотрите, давайте я попробую сейчас здесь выломать весь мир, разломать. Посмотрите, когда я чищу карту. Я только ее начал чистить, она сразу вся обновилась. Нет, я упрямая, сейчас попробую разрушить всю карту. Так. Я ее зачищу. Пускай не идут кристаллы, деньги, все прочее. Все, идем теперь по кругу. Будем сейчас чистить этот мир. От всего. Ломаем. Заодно деньги собираются. Деньги, кристаллы, монеты. В огромных количествах просто. Два редких сундука. Давайте откроем. Поехали. Может, какие-нибудь крутые перчатки выпадут. А, синенькие какие-то. Но это не очень. Давайте еще разок. Открываем. Опять синенькие. Но посмотреть-то я должен, что это такое. Не, у них 2,8. Очищаю этот мир от земли, от лавы, от всякого лиха. Все, зачищаем, зачищаем. Только бы мне сейчас опять не сказали, что я слишком много очистил и мир обновился. Я ведь хочу весь его зачистить. Еще, еще, еще. Отлично. О, сколько здесь кристаллов у меня вывалилось. Опять мир срегенерировал. Ладно, накопил 44 тысячи кристалликов. Давайте поапгрейдим все. А, кончились. Фух, ребятки, у меня устали руки калашматить. Я хочу сегодня отдохнуть. Я открыл сегодня целых 2 новых мира. Или 3. Короче, я открыл сегодня новые миры. И я хочу еще раз это сделать. Поэтому подпишись на канал, потому что хорошие денечки с каналом Папа и Дочки. Всем пока. В нашем крутом магазине все больше и больше коллекций разной одежды и аксессуаров от папы и дочек. Давай посмотрим новинки. Толстовка папа и дочки яркие. Папа и дочки джойстики. Футболка папа и дочки яркие. Толстовка папа и дочки с джойстиками, в которой вы сами можете выбирать цвет. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папа и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества, посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения.